мои дорогие. Guten Tag, meine Lieben. Я очень рада вновь отвечать на ваши вопросы. Ich freue mich, Ihnen weiterhin die Fragen zu beantworten. Мне очень приятно, что вы интересуетесь сибирским шаманизмом. Ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn jemand Interesse am sibirischen Schamanismus zeigt. Я с удовольствием расскажу, как при помощи сибирского шаманизма решать свои вопросы. Und ich beantworte gerne diese Frage, die folgt. Вот. И мне пришел, ну прям очень серьезный философский вопрос о шаманизме. Und hier ist die philosophische Frage. Was ist der Unterschied zwischen Schamanism und Tengrism? Но человек, который задал этот вопрос, наверняка очень серьезно изучает шаманизм. Dieser Mensch, der diese Frage gestellt hat, hat sicherlich sich ganz tief mit diesem Schamanismus behandelt. На всех наших семинарах мы рассказываем, что в сибирском шаманизме есть понятие о четырех шаманских мирах. Es gibt im Schamanentum и vier Götter. Да? Итак, на каждом шаманском бубне эти четыре мира нарисованы. Und es gibt immer auf dem schamanischen Trommel diese vier Abbildungen der Götter von diesen verschiedenen Welten. Итак, мы видим как раз мир вечности. Das ist die Welt der Unendlichkeit. И управляет этим миром Бог Тенгри. Und dieser Gott Tengri wohnt hier drin. Да? И тенгрианство – это такая часть шаманизма, когда люди поклоняются только одному Тенгри. Und Tengrism ist nur eine Richtung von Schamanismus, wo in dem die Menschen nur diesen Gott Tengri vergöttern. То есть только одному из четырех миров. Also nur eine Welt, ein Gott von allen vier verschiedenen. Это мир будущего. Das ist die Welt der Zukunft. И управляет этим миром Бог Ульгейм. Und da wohnt der Gott Ульгейм. Это мир настоящего. Das ist die Welt der Gegenwart. И управляет этим миром богиня Умай. Und hier wohnt die Göttin Umai. А это мир прошлого. Und das ist die Welt der Vergangenheit. И управляет этим миром бог Эрлик. Und da wohnt der Gott Erlik. Итак, в каких мирах мы с вами живем? Wo wohnen wir denn in diesen Welten? Конечно, мы живем в мире настоящего. Natürlich, wir leben in der Welt der Gegenwart. И поэтому, конечно, нам очень важно общаться с природой и с богиней Умай. Und natürlich ist es ganz wichtig, mit der Natur und mit der Göttin Umai sich zu kontaktieren. А связаны ли мы каждый день с миром прошлого? Und haben wir viel Bezug zu der Welt der Vergangenheit? Конечно, связаны. Natürlich auch. Сюда, в мир прошлого, уходят все события, которые в нашей жизни уже прошли. Da gehen alle unsere Erinnerungen hin. Здесь наше прошлое, и оно на нас влияет. Das ist unsere Vergangenheit und die hat Einfluss auf uns. Мало того, в этом мире находятся корни нашего родового древа. Da sind auch die Wurzeln von unserem Ahnenbaum. И в этом мире живут души наших предков. Und in dieser Welt wohnen auch die Seelen unserer Ahnen. То есть мы каждый день находимся в соприкосновении с нижним миром. Wir berühren immer jeden Tag aufs Neue diese Welt. Да. А это мир будущего. Das ist die Welt der Zukunft. А связаны ли мы с миром будущего каждый день? Und haben wir da Berührungen? Конечно, связаны. Natürlich auch. Там рождаются наши мечты. Da werden die Wünsche geboren. Рождаются наши планы. Werden unsere Pläne geschmiedet. Как старейший народа, я в мире будущего создаю проекцию будущего для моих внуков и правнуков. Wie ich als Anführer der Ahnenreihe bilde ich immer Visionen für uns. Конечно, мы постоянно связаны с миром будущего. Natürlich haben immer Berührungen. Получается, что нам нужно общаться, нужно чувствовать все эти миры. Es ist wichtig, alle diese vier Welten zu berühren. Ну а мир вечности, для чего он нам нужен? Wozu brauchen wir eigentlich die Welt der Unendlichkeit? В мире вечности находятся самые-самые-самые высокие знания. Da sind die ganz starke, viel Wissen enthalten. И это те знания, которые даются самым мудрым, самым великим учителям человечества. Und dieses Wissen kriegt nur die weisesten Lehrer. Да, эти учителя приходят и приносят, как правило, совершенно новую эпоху в жизнь человечества. Diese Lehrer, diese Meister kommen auf die Welt und bringen neue Epochen
И такое движение, как тендрианство, возникло среди тех людей, которые уже полностью отрешены от земного мира и хотят только самых высоких, самых духовных знаний. Und dieser Zweig von Schamanismus ist dann entstanden, wenn die Menschen nur mit Visionen sich beschäftigen und auf der Welt nicht viel zu tun haben. Для тех же людей, которые живут обычной жизнью, своей семьей, своим родом, такие высокие знания, как правило, пока еще не нужны. Für die Menschen, die ganz normal auf der Erde leben und die Familie haben, brauchen diese Menschen dieses Wissen nicht. В первую очередь нужно наладить отношения внутри семьи. Zuerst brauchen wir gute Beziehungen in unseren Familien. А уже потом, да, можно взять и знания из мира вечности. Und dann können wir von der Welt der Unendlichkeit profitieren. Поэтому я бы хотела сказать, что шаманизм прежде всего включает в себя знания всех четырех миров. Also ich sage, der Schamanismus alle vier Welten beinhaltet. А тенгрианство включает в себя знания и поклонение только миру вечности, только Богу Тенгри. Und Tengrism beinhaltet nur die eine Welt, der Welt Unendlichkeit. Вы знаете, когда обо мне пишут, то пишут очень важную такую фразу про меня. Wenn man über mich irgendwo was geschrieben steht, steht immer ein wichtiger Satz. Я один из семи шаманов, кто путешествует по всем четырем мирам. Ich bin eine der sieben Weltschamaninnen, die in allen vier Welten unterwegs sein kann. Для людей я могу проводить ритуалы и обряды, связанные с миром природы и с миром настоящим. Also ich kann für die Menschen Rituale vorbringen, die in der Gegenwart stattfinden. Я могу проводить ритуалы и обряды, связанные с прошлым и с болезнями людей. Die in der Vergangenheit stattfinden. Я могу проводить ритуалы, связанные с будущим и с изменением будущего. In der Zukunft, in Bezug auf ihre Visionen stattfinden. И при этом я точно так же могу работать с миром вечности. Und genauso kann ich mit der Welt der Unendlichkeit arbeiten. Вот что обозначает эта фраза. Das bedeutet das, diese Frage. И я рада на всех семинарах передавать вам знания обо всех четырех мирах. Und ich freue mich immer wieder, die Welt, die das Wissen über diese vier Welten weiterzugeben. И если вы на семинар ко мне приходите, те, кому нужны знания тенгрианства, я тоже вам их дам, потому что это мир, с которым я работаю. Und natürlich, wenn Sie zu mir auf ein Seminar kommen, gebe ich dieses Wissen von Tengrism weiter. И в наших семинарах «Сила рода» мы изучаем все четыре мира. Und auf den Seminaren «Kraft der Ahnen» haben wir vier Welten, die wir kennenlernen. Наше родовое дерево связано и с прошлым, и с настоящим, и с будущим. Unser Ahnenbaum hat mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu tun. И мы становимся старейшинами и меняем свой род. Und wir werden zu Anführern unserer Ahnenreihen und verändern unsere Ahnenreihen. Спасибо за такой мудрый вопрос. Vielen Dank für diese weise Frage. И я надеюсь, что этот ответ был интересен всем людям. Und ich hoffe, diese Antwort hat alle Menschen erreicht. Да. Более глубоко в тенгрианство мы погружаемся обычно на наших шаманских экспедициях. Wenn wir auf schamanischen Reisen, Expeditionen unterwegs sind, werden wir viel mehr mit den Grisen